Всем приветики, друзья! Сегодня у нас четверг, я выехал уже на задание. Нахожусь на Снеговой. Байкал сервис сейчас отвез 39 коробочек. Сейчас мы с вами на третью рабочую съездим. Потом мы съездим с вами на склад, заберем кое-что. Потом съездим на бам-бам-бам. Потом на Бородинское отгрузим одну коробочку. И поедем с вами, друзья, на Угольную. Там выгрузимся и заедем. Кому мы заедем? Мы, конечно, заедем к ремонтникам. У меня уже это все, сами понимаете, уже надоело. Надо делать машину. Срочно надо делать машину, друзья. О, какие пробки. Ну, как всегда. Надо выбираться на третью рабочую. Вырвался на Жигура. Сейчас мы здесь. Я думаю, на третьей рабочей не такое будет количество автомобилистов. Хотя сейчас перед Новым годом, друзья, будет, город будет стоять. Будет стоять. Сегодня пасмурно. Передают 3 градуса тепла, но без солнышка, как всегда. Все равно. Не камильфо. Ну, плюсовая температура. Так вроде будет всю неделю, а уже в начале следующей уже похолодает. Ну посмотрим, что. Снег, видите, подрастаял. Это хорошо тоже, с одной стороны. А то бы мы в этих сугробах здесь бы так и остались. Сейчас посмотрим, что у нас тут на третьей рабочей. Приближаемся к третьей рабочей. Смотрю, здесь вообще по зеленой едем. Вот отлично. Отлично, отлично, отлично. Хорошо, хорошо. Ну кто нас тут пропустят, не пропустят. Тут нас пропустят, не пропустят. О, поехали. Поднимаемся на Шилкинскую. Мы здесь не были после снегопада. Что тут? Ну, тоже снега достаточно много. Поехали, поехали, поехали. О, чё. Ну да, не до конца убрали, как всегда. Да. Ну тут и машины, видите, видно, что машины ставили. И невозможно было почистить. Так-то я думаю, что почистили бы. Машины стоят, ну никак. Вот как мог трактор, так и прошел. Вот как ему заплатили, так он и почистил. И все. Ну как почистишь? Ну, машина на машине. Так, нам здесь нужно одну коробочку отгрузить и все. И поехали на склад. Опа! Так. Вон, видите, вывоз снега. Сколько? Все, мы выгрузились, друзья. Здесь у нас сейчас въезд и выезд в одном и том же месте. Опа, проедем по красоте мы сейчас вот так вот. По Всеволодосибирцево. Вот туда мы и поедем. Так, там какая-то эвакуация происходит. Очень много, друзья, в городе, очень много аварий. Ну, таких, знаете, незначительных. Я имею в виду, кто-то кому-то куда-то въезжает. Ну, такой, знаете, из-за гололеда, из-за того, что скопление машин много. Ну, такие незначительные аварии. Таких больших аварий не видел. Ну, тут что-то сломался или что, не могу понять. Или просто эвакуировали.
да, что-то просто эвакуировали. Все, едем. Там у нас Чуркин. Опа. Нам туда не надо. Мы по всей Володосибирцу. По нашей красоте. Слева будет мостик через Золотой Рог. Наш Золотой мостик. Вон он. Вдалеке. Ну, почищено тут. Ехать можно. Ехай, ехай, ехай. Игорь, ехай, ехай. Опа, опа. Арарат. Наша гостиница премиум класса. Где-то я читал в каком-то интервью, где-то читал, что очень долго они строятся, друзья. То продавались, то перепродавались, то еще что-то. Ну, в общем, не получалось с ними, с этими вот зданиями. Никаких, были какие-то постоянно проблемы. Ну и сейчас их выкупили. А выкупил бывший мэр Владимир Николаев. И будут сейчас у нас гостиницы. А то у нас все, денег не хватает ни на что. Все, мы на фуникулере. Пока болтал, мы на фуникулере. Вон наш мостик. Красавчик. Все, мы сейчас спускаемся вниз. Направо. Ой, что-то упало. Бывает. И все, и приехали. Все, мы приехали. Ой, ой. Что у меня там? А, литрушка антифриза упала. Ну, бывает такое, бывает. Все, мы приехали, будем тянуться потихоньку. Сейчас посмотрим, сколько на бензин стоит дизелка и бензин. Интересно мне. Да, я тут смотрю тоже блогеров и такой задумался, там у человека нету электричества в деревне. Он говорит, надо дизель-генератор купить. Я про себя думаю, какой дизель-генератор? Все, от дизелки надо отказываться, надо бензиновый генератор брать, и тогда будет все окей. Дизелка такая дорогая, что ой, пролетишь, как говорится, в трубу. Ладно, будем тянуться. Бензо поменял вывеску, что ли? Ничего не могу понять. Или кто-то выкупил эту организацию. Скоро НК Уссури будет. ДТ-63-55. 92-52-55, 95-56-55, 98-63-95. 98 чуть-чуть подороже, даже чем дизелка здесь. Но вот видите как. Бензо, видите? Свою фирму тут продал, что ли? Не могу понять. Или просто переименовали. Может, произошло слияние бензо с НК Уссури. Ну, это ихние дела. Это ихние дела, разберутся. А у нас все предновогодний. Предновогодние покатушки. Оп. Проехали светофор, вроде все спокойно. Ой, хорошо. Когда-то нужно же ехать. Я здесь по пути заявочку сделал, друзья. Сейчас поедем на склад. Ну все, в городе сделали дела, поехали за город. Так, японские товары мы отгрузили, друзья. Там экономишь, все едут в экономич. Экономич, все втариваются в экономич. Так, все, поехали, сейчас съездим туда на угольную. Там в торговом центре Андромеда мы отгрузимся. Не отгрузимся, а мне нужно документы отдать. Это пакет документов большой, очень большой. И все, друзья. И вот наш автосервис. Наш автосервис. Как раз на обратном пути мы сюда заедем. Автосити. И узнаем. Ну, хотя бы запишусь. Там руководство, если там находится, то запишусь на какое-то время. А может, сразу машину оставим. Посмотрим.
это я не подумал, у них здесь автомоечка хорошая есть, и, скажем так, всегда свободная. Можно было заехать и всполоснуть машину. Да, что-то я не подумал. Как раз время всего 2 часа. Сейчас бы за полчасика, за минут 40 бы помыл машинку. Вот она, автомойка самообслуживания. Открытая и свободная, можно так сказать. Одна машина стоит, две. Вон. Блин, что-то я лоханул. Ладно, тогда уже в следующий раз. То машину надо помыть. Такая грязная, друзья, вообще просто жесть. Здесь уже елочку поставили. Отлично, молодцы. Все, подъезжаем, 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 друзья. Оп, сейчас мы тут все узнаем. Да, иди ты нахуй. Падаешь, я нормально. Сейчас узнаем. Бывает же такое, друзья. Блин, бывает же. Вот если повезло, то повезло. Я подъезжаю, стоит как раз здесь у них старший механик. Извиняюсь, не помню, как зовут, но узнаю. Мне как-то неудобно было у него спрашивать. Вот он меня помнит, говорит: привет, привет, Игорек. Все случилось? Я говорю: так и так. Говорю: хочу к вам записаться, говорю, на ремонтик. Что такое? Я говорю: вот тосол. Ну так, взглянули просто. Он говорит: ну да, там с левой стороны, где мы, друзья, я пытался сделать патрубок. Там, он говорит, там пластиковый, говорит, Игорь. Там, говорит, он может просто, говорит, лопнул. И все, и труба. Я говорю: понял, понял. Я говорю: когда мне записаться? Я вот к вам приехал. Он говорит: ну и правильно, что заехал. Говорит: лучше заехать, чем говорится, звонить там. Звонить не всегда получается. В понедельник к 10 часам подъезжаешь, мы снимаем, смотрим. Если надо, покупаем, ставим, и ты дальше едешь, как красавчик. Я говорю: хорошо, хорошо, хорошо. Вообще вовремя так заехал, блин, ребят. Бывает такое, как говорится, Бог сжалился надо мной. А то он говорит: ну да, сколько можно ездить? Я говорю: ну представь, я говорю, уже 2 недели так езжу. Он говорит: да, ты что? Я говорю: ну да, вот подливаю, машину не перегреваю, езжу не больше 80 км в час. Говорю: ну все. Общительный такой пацанил, вообще обалденно, мне нравится. Он говорит: посмотрим, все, говорит, сделаем, не бойся. Как коробка? Они же коробку мне меняли. Я говорю: короба тоже вообще ходит. Поначалу притиралась. Он говорит: ну и все, отлично, значит. Я говорю: ну посмотрите мне колодки, посмотрите, мне меняли левую шаровую, а правую почему-то они не поменяли. Я говорю: это все посмотрите. И в коробке там все, как говорится, трансмиссию. Он говорит: все посмотрим, все сделаем, все нормально, давай, говорит. Давай, братан, не бойся. Отлично, вот так вот. Вот так мы заканчиваем денек на позитиве. Сейчас я позвоню своим... руководству позвоню, скажу, что на понедельник у нас ремонтные работы. И все. Ремонтные работы. Вот так вот, друзья, вот так. Ну все, приехали в Владивосток. Все. Заторы, заторы. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, сейчас есть. До самого Нового года так будет. Ой. Да. Да-да-да-да-да. Опа. Пропустили. Надо поблагодарить. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ладно, мы завтра еще отработаем. В понедельник встанем на ремонт. Сделаем газельку. А то газелька засопливила. Ей ничего не поможет. Ни горчичники, ни горчица, никакие капли. Надо сделать по уму. Все будет окей. Сделаем и дальше полетим. Как раз у нас на подходе контейнер. И надо будет поработать волосики назад.
Ну все, добрался, друзья. Убрался, пообедал. Все. Думаю, последний раз я долил сюда тосолу. Сегодня я, если честно говоря, очень доволен, что я договорился в ремонтную, а то я уже, честно говоря, уже устал ездить так, доливать тосол. Постоянно на каком-то на взводе, мало ли что, вдруг что-то случится. Так что как-то так, друзья. Опа. Можно снежную бабу здесь сделать. Все тает, друзья, лужи, плюсовая температура. Так что, друзья, как всегда, всем крепкого здоровья. Давайте, если что, до завтра. Всем пока, пока. Друзья, всем здрасте. Из города Владивостока мы едем по Народному проспекту. Сегодня пятница, плюсовая температура, все тает. Утром встал, посмотрел на градусник. Плюс 10. Плюс 10, друзья. Ну, не знаю, ну, наверное, послушаю радио, что там скажут. Ну, наверное, плюс 4, плюс 5. Все тает, все бежит. Но ночами замерзает. Ночью минус 5, минус 7. Как говорится, небольшой гололедик. У нас сегодня очень мало заявок. Можно сказать, почти нет. Две заявки. Одну сейчас отвезем на бам-бам-бам. На столетие заберем колодки. Сейчас заберем колодки. И все, друзья. Вот такой денек в пятницу. Заезжаем на путепровод. Что у нас здесь? Пока все спокойно. Погода нас такая не удивляет. Она постоянно приморская. То снег, то дождь, то потепление. Это все нормально. Так что мы, как всегда, друзья, едем с вами, смотрим. Так что, друзья, был снег неделю назад, и вот снега нет. Все тает. Погода помогла городу Владивостоку избавиться от этих сугробов. Можно так сказать. Так, на столетие затруднено движение немного. Затруднено. Все, колодочки забрал. Все, смотрю на этот Максим. Еще его реставрировать не стали. Реставрировать не стали еще пока. Реставрировать, говорю, ремонтировать. Все, поехали на бам. Да, друзья, лужи, лужи, лужи. Везде лужи. Опа. Опа, пропустили меня. Спасибо. Оп, 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 оп. Ямы, лужи, лужи, ямы. Японский городовой. А я еще вчера говорил, что заехать на мойку надо, машину помыть. Сейчас бы помыл, как всегда. Оп, какой помыл, Игорь. Такая грязюка. Но все равно помыть надо. Перед холодами, как говорится, все равно холода настанут. Будет. Будет, будет холодно. Так, что дальше, что дальше, что дальше? Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Что-то, друзья, приехал, у меня куда-то подевалась омывайка. Куда-то выпала. О, что, я не открыл, что ли? Не открыл. Вот, надо открыть. Куда она у меня упала? А нет, вот на месте. Она на месте. Вот она, вот она, вот она. Вот она, вот она. Вот. Че? Вот так вот. Че, железячка это? А тут как-то... Как-то тут все сделать вот так по уму. Оп. Какая грязища, друзья, вообще просто жесть. Вот. Теперь будет нормалек. Только она, видите, подломалась с одной стороны. С одной стороны подломалась, мне плохо.
Ничего, нормально. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Оп. Блин, газель вообще грязная, друзья. Вообще все грязное. Вот тебе и помой машину. Вот тебе и помой машину. Завтра вроде обещают нам минус 3, минус 4, друзья. Блин, куда-то не туда нам брызгает, мы вообще в сторону. Надо ее поправить. Ну, вроде что-то сделал. Я ее перевернул немножко. Брызжет немножко. Плоховато, конечно, что-то. Что-то мне не нравится. Воду все равно выливать надо. Замерзнет. Что-то мне не нравится это дело. Пойду-ка сделаю. Пришлось кое-куда съездить, друзья, здесь на Кирова. А вот мне задавали вопрос, говорит, у вас что-то не видно китайских автомобилей, одни японские. Нет, вот какой-то вот китаёза едет, даже прочитать не могу. Шерри Эксейд какой-то, Эксид, что-то типа того. Вот, китайские есть, ходят автомобили. Очень мало, конечно, но... Потому что нам японских хватает. А китайские так себе, такое себе. Ну, бывает, попадается. Очень редко. В основном Япония. Надежность, комфорт. Это самое главное. Ну все, друзья, приехал. Сегодня, как говорится, такой коротенький ролик. Я соединю их, сделаю четверг-пятницу для вас. Как говорится, приятного просмотра, хорошего настроения, самое главное, здоровья. Ну что мы, с вами, наверное, встретимся в понедельник уже. А в понедельник, ну что, отгоним машину на ремонт, самое главное, чтобы нам дальше снимать видео было. Отгоним машинку, сделаем ее и полетим волосики назад. Бам-бам-бам-бам-бам, как говорится, друзья. Будем ехать и смотреть город Владивосток, что у нас нового. Так что всем, как говорится, спасибо за просмотр, за лайки, за дизлайки. Всего самого-самого наилучшего, хорошего настроения и, конечно, крепкого-крепкого здоровья. Давайте, друзья, если что, до понедельника. Всем пока.